Добрый день всем. Сегодня я буду обрабатывать свои розы. Вот это у меня плетистая роза. Сорт роза очень хорошая. Вот. Она по всему вот лестницу, вот где-то через полмесяца вся будет в розах. Цвет розы прямо темно-бордовая. Очень много бутончиков бывает. Но, к сожалению, каждый год вот перед тем, как бутончик появляется, на нем очень много бывает вот тли. Вот, смотрите, столько его много. Я один раз обрабатывала слегка. Вот хочу сейчас тоже обрабатывать. Вот эти вредители очень такие нехорошие. Если его не обрабатывать, они съедают вот половина бутончика, все. Она даже не успевает открываться. Стебли делаются тонкими. Я говорю, даже бутончиками съедает. Очень вот вредитель такой нехороший. Как я с этим вредителем борюсь? Вот. Я всегда вот беру хозяйственный молок. Сейчас покажу. Вот обыкновенный хозяйственный молок. Хозяйственный молок вообще для растения очень хорошая вещь. Она и как удобрение, и помогает от вредителей. Ну, я всегда с этим делаю и очень хорошо помогает. Вот только не один раз нужно делать раза 3-4 хотя бы через день. И все, потом не бывает его. В этом году я немножко опоздала, вот у меня два мочалка вот всегда для этого. Вот беру я его двумя руками прямо намыливаю вот мылом. Кто-то через терку делает, вот мне так удобно. Вот получается у меня вот такая мыльная вода. Вот, потом я беру, правда, двумя руками беру, но я просто покажу с одной рукой. Вот двумя руками, вот между мочалками эти бутончики вот обвожу, только слегка нужно обводить, чтобы этот бутончик не затравмировать. Вот смотрите, уже тот бутончик, если слегка не буду делать, я затравмирую бутончики. Все, и по всем бутончикам я вот так хожу. Вот с двумя руками. Вот очень хорошо помогает этот раствор. Очень хорошо борется. Она еще как удобрение подходит, этот вот мыльный раствор. И бутончики хорошие, вот такие крупные бывают. Цвет бутончиков такие здоровые бывают. Только его нужно очень нежно вот с ним обращаться, чтобы бутончики не затравмировать. Вот таким образом я прохожу по всем бутончикам, вот где есть вот эти вредители, все. Очищаю вот от этого и его повторять нужно раза три. Очень хорошо помогает. И она как удобрение идет. Мимо того, мало того, что от вредителей она помогает, уничтожает эти вредители. И как удобрение, бутончики хорошие, вот крупные бывают. Цвет вот бутончиков тоже здоровый бывает. Вот остаток этот мыльный вод я наливаю опрыскиватель. Можно поверх вот опрыскивать еще. Вот. Вот опрыскивателем можно поверх опрыскивать. И еще, если даже еще остается мыльная вода, его вливать не нужно. Я его после полива наливаю вот под корень. Тоже как удобрение, очень хорошо вот помогает. Хозяйственное мыло очень хорошо вот для растения. А этот у меня сельдерей. Где-то осенью я бросила семена, очень много сельдерей выросло. Так что если у кого на розу вот такие вредители есть, этот хозяйственное мыло попробуйте. Очень хорошо помогает. Всего вам доброго.